Три сорта семян помидоров, которые хочу сегодня посеять на рассаду, на раннюю рассаду. Очень хочется, чтобы где-нибудь уже в конце июня, начале июля были свои помидорки. Взяла розовый мед, черная гроздь, нектарин оранжевый. Все это среднеспелые, все очень вкусные и все нам знакомы. Розовый мед – это большие, среднеспелые, большие помидоры сами по себе. Это не для закатки, не для засолки, хотя в прошлом году мы их сняли зелеными, они не успели созреть. Они и засолили в банку, они были очень вкусные. Черная гроздь – небольшие, они очень красивые, очень вкусные, с нежным сливовым таким оттенком вкусовым, классные. Очень понравились и урожайностью своей, невысокие кусты оказались невысокими, может быть, хотя, ну, как бы по заявке они должны быть вроде высокие. У нас были невысокие, где-то сантиметров по 80, но очень-очень урожайные, было очень много плодов. Нектарин оранжевый не дозрел, было только, наверное, 5 или 6 созревших плодов из 12, наверное, кустов. Помидоры очень вкусные. Ну, мы их и в позапрошлом году тоже садили. Помидоры очень вкусные, очень понравились. Достаточно много было плодов на одном, ну, на каждом кустике. Ну, классные. Но вот замерзли, замерзли. Поэтому в этом году среднеспелые хочу вот попробовать посадить пораньше. Я потом еще хочу и ранние тоже на раннюю рассаду посадить, раннеспелые. Ну, вот пока вот эти вот три сегодня посею на рассаду. Потом, возможно, про каждый сорт отдельно расскажу, но если вы их увидите, можно смело покупать. Помидоры все эти очень вкусные. Хороших урожаев, пока!